Щукин Андрей Федотович. Родился 16 октября 1918 года в деревне Курганчики, Курагинский район Красноярского края, в семье рабочего. Окончил школу, Ачинский сельскохозяйственный техникум, работал бухгалтером. На фронт старший сержант Щукин прибыл в феврале 43 года. В боях за Днепр старший сержант Щукин проявил мужество и отвагу. Под сильным артиллерийским, минометным и пулеметным огнем он переправился с рации через Днепр в районе поселка Лоев в Гомельской области Белоруссии. Около берега его лодка была разбита артиллерийским снарядом, а сам радист ранен. Несмотря на это, Андрей вернулся на берег, пересел в другую лодку и вновь отправился в путь. Под непрестанным огнем Щукин переправился через Днепр и сразу же установил связь со штабом полка. Несмотря на то, что старший сержант Щукин был тяжело ранен, он в течение 5 суток поддерживал непрерывную связь десантников с 43-м стрелковым полком и корректировал огонь артиллерии. Своими самоотверженными действиями обеспечил бесперебойное управление батальоном и способствовал успешному захвату плацдарма на западном берегу Днепра. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 43-м году за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм старшему сержанту Андрею Федотовичу Щукину было присвоено звание Героя Советского Союза.